И всем привет, с вами Логопед. Мы сейчас будем играть в игрушечку в Стиме. Новая вышла игра какая-то. Блин, офигеть, ребята. Это... Вот, мне такие нравятся, реально. Я такое вот реально одобряю. Я такое... Такой контент реально люблю. Мне нравится такой. Я вот сам играю, походу буду зависать. Не знаю, есть ли эта игра на телефоне, но... Тем не менее, есть такое здесь. Так что сейчас мы посмотрим, что за игру. Я не знаю, как сделать на весь экран. Но, ладно, пофиг, пускай так придется играть. Мне что нравится? Мне нравятся просто звездочки, повышать уровень героев. Вот это мое реально. И как раз новая игра вышла. Посмотрим, может быть, я даже буду ее играть. Правда, здесь на английском пока что. Но я думаю, что скоро появится русский язык обязательно. Вот такая, в общем, у нас игруля новая в Стиме. Блин, офигеть. Я, кстати, видел похожую. Это, подождите, это у нас рандом компания получается, да? Рандом, это мы можем потом зайти. Или нет, подождите. Они дерутся как, автоматически или нет? Это что-то похожее, ну блин. Что? А, сейчас типа новый герой, да? Сейчас типа... Новый герой, и мы еще можем Что это? Да, очень похожая игра, ребята. Там тоже, в которую я играл. Забираешь награду за нового героя. А вот это... Так, подождите. Ему, наверное, вещи надо или что это? Стартап нажать. Стартап. А, все. Так, подождите. Ладно, я не в курсе. Забираем. Ладно, это рандомное, но будет и будет так постоянно, вроде как. Или нет? Я не помню. Я не знаю, точнее, это новое что-то. Я такую не играл. А почему? Вот это что такое? А, это босс нажимаешь. А, это компания, короче, одновременно. И оно автоматом дерется, да? Я не знаю. Пока что я не в курсе. Но потом мы будем умирать, и там надо будет улучшать вроде. А есть что-нибудь еще? Или пока что нельзя? Пока что нельзя нам посмотреть. Да, кстати, вот сейчас у нас уже уменьшается здоровье. Но оно каждый раз должно этот восстанавливаться, конечно же. Каждую волну. Батл. Не, прикольно. Тоже есть идея здесь, да, как бы, типа. Я не знаю, здесь вообще есть в настройках русский язычок. Я просто увидел все сразу этот. Вот. Нету, ребята. Пока что у нас только китайский вроде и... Ежедневная награда, забираем. Надо Steam скачать на телефон. Вдруг она реально есть еще и на телефоне. А я тут сижу за компьютером. Так, ну это с каждым левелом, короче, они... Ладно, они с каждым левелом только, по-моему. О, да, улучшение героя. Улучшение героя. Закрываем, пикаем. Это что такое? А, забрать. Почему-то колесико мыши вообще очень долго, миллион часов. А это компания, короче, автономно всегда можно забрать, я как понимаю. Так, ладно, нам нужно пройти... что нам нужно пройти? Подождите. Босс. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что за игруля такая. А, кстати, здесь же можно этот ускорение делать, но, да, здесь, видите, пока что 50 левелов нам нужно пройти. Потом уже они будут быстрее. Это как бы круто. Ну, да, ребята, нам только смотреть можно. Все, да, соглашусь. Но это пока что. Сейчас нам надо пройти кампанию, просто говоря. А, выбрать героя, ребята. Выбрать героя можно. Мне нравится вот это вот. Кстати, я же играл эту. Это... Я эту играл где-то. Я вспомнил, на компе я эту игру точно играл. Но она вышла теперь в Стиме. Пофиг,
поэтому сниму, как бы. Я и... Это мобильная версия! А та была на компьютере, походу. Прикол. Или подождите, я не помню, ладно. Так. Я же здесь награды получаю. Забрать. О, пятизвездочный. Когда ты понимаешь, а чего, как играется, здесь улучшать надо просто эти звездочки, это чтобы улучшить больше уровень. Я как понимаю. О, изменилось. А, это я нажал вроде, да? Батл. Так. А можно поменять? А, не слева направо, а... Так, подождите. Нельзя поменять? Можно же как-то. Так, а как здесь сделать, чтобы у меня... Чтобы у меня такой сразу высвечивались, которые забрать награду. Вот смотрите, у меня вот этот есть. Я не могу забрать почему-то. Ну как забрать тебя, это ёпта? Как мне тебя забрать? Я уже забрал. И чё? Почему ты высвечиваешься? Баги какие-то. Ну, конечно, новая игра. А, так, давайте нафиг босса. Кстати, у нас здесь... Так, забираем, забираем. Мы это все выполнили. А, блин, постоянно оно так. Давайте, батл. А, надо выбрать, кстати, пятизвездочных. Ну ладно. А, это оно меняется иногда, да? Понял. Ага. Как забрать-то? Босяра. Супер босяра, смотрите, как это выглядит. Кстати, да, херу давайте поменяем. У нас дерется вот это. Какого фига? Надо четвертого поставить, вот этого. И улучшить их еще. Так, как мне поставить-то? Как мне убрать? Вот этого говнаря, как убрать? А я не знаю, как это делается, понимаете? Я не знаю, как менять сейчас. Ой. Авто поставить, да, предметики. Вот мне вот этот зачем, третий левел? Так. Ладно, ребят, я не знаю. Надо разбираться. Вот эту вот письку помню тоже. Вот что нажимать-то? Может зажать как-то там. Отдать, передать. Как изменить героя? Ну, реально. Может два раза нажать? Нет, это резет. Ладно, я не знаю, как мне этого поставить. Ладно, это реально на английском вообще ничего не понятно. Забираем награды тогда. Но что здесь можно делать? Можно улучшать левел. Ну блин, нафига мне улучшать, если я этому могу улучшить. До конца вон. Ну не до конца, но у него сила большая. Ну 30 левел. 30... Так, стоп, нет, какой-то. Это четвертый левел, да? Хм. Ну у него, смотрите, какие значки. А, подождите, может это самый обычный? А вот это лучше? Я дебил. Походу это лучше. Подождите, а сколько у него силы? 16 тысяч хп, у этого 17 тысяч.
Ну это просто... Да, я не знаю. Да, походу это уж... А, да, улучшить... А, не хватает. В общем, ребята, вы поняли, что за игра такая. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я вам объяснил. Всем спасибо. И... Вот видите, награды. И пока!